Праздник весны, очарование красоты и женственности. Так можно охарактеризовать музыкальный концерт «Музыка на все времена». К Международному женскому дню такой подарок жителям сделала администрация Смоленской атомной станции. Чтобы были хорошие праздничные дни, выходные дни, мы приготовили вам подарок от коллектива артистов, которые приехали сегодня к нам. Поднять наше настроение, создать нам хорошие выходные дни. Легендарная шоу-группа «Доктор Ватсон» выступила со специальной музыкальной программой. Хорошо знакомые артисты исполнили песни из репертуаров мэтров советской и российской эстрады. Выступление артистов не оставило гостей равнодушными, на что музыканты с удовольствием продлили свое выступление еще на несколько песен. Приятным сюрпризом стало выступление Анны Демьяновой, талантливой певицы с глубоким и проникновенным голосом. Вечер стал настоящим праздником как для зрителей, так и для участников. Сегодня мы увидели настоящий праздник. Нас сегодня зритель встретил, ну как желанных, долгожданных гостей. Такое событие надолго зарядит весенним настроением. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.